Это что, пещера? Факельная шахта? Это из нее выход, наверное. Здорово. Тут можно зайти. Это что за цветы? Ух ты, ух ты, ух ты. Ой. Это же не та лисичка. Шкурка. Железорудием понемногу. Да, надо менять эти поножи и наручи, сапоги эти имперские. Так. Я кого-то вижу. Так, как там было? Ой, куда ты пошел? Куда пошел, нехороший? Куда пошел? Ай-яй-яй, куда ты пошел? Да что ж ты будешь делать, а? Не увидел его. Что-то он там за кустики прятался. Я не смог в него попасть. Так, а что у меня? А насколько хватает этого зелья? Так, если я... урон здоровью, запасу сил. Если я его нанесу... то насколько выстрелов его хватает, интересно. Ах, погодка сегодня хорошая. Удалась. Такую погоду не по шахтам лазить, а по лесу бродить. Так, набираем всякую траву разнообразную. Будем экспериментировать с зельями. Будем пытаться что-то найти. Так, вот она. Там какой-то домик. А, вон он. Ух ты! Это что? Ты кто? Пчелиный улей? Медовые соты, пчела, пчелиное гнездо. Берем. Это все ингредиенты. Так, а что у нас тут? Забраться не может. Что-то там какой-то уступ. Ну ладно, не будем отклоняться от маршрута. Ты пытается влезть, молодец, молодец. О. Очень похоже на лесную землянику. Ой, что-то мы как-то сверху вылезли. Так, что это? Пчела? Возле этого самого. Возле ихнего гнезда можно пчел поймать. Здорово. Чертополох. Лесной травы завались. Что-нибудь замутим. Так, сохраняемся.
Погнали. О, да-да-да, вот он у тебя светится, видно, это он с этим, с холодом или с чем-то. Факельная шахта. Держатель для факела. Это факел целый, а не держатель. Факел. О. Я могу светить. Классно. Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Сейчас, подожди. Если я тебе дам... Если я тебе дам... факел. Тогда пойдем. Да, ничего не произошло. Тогда пойдем. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что я хотел? Лук. Мне нужен лук, мне не нужен сейчас факел. Он сразу факел в руки. Не нравится мне все это. Это ой, что за тачка? А если она поедет? Плохо поехала. Кривовато что-то. Ух. Растяжечка. Я же ее обезвредил. Классно. Чё ж она упала-то? Ё-моё. Еще одна тачка. Факел. Так, а почем он? Сколько он стоит? Стоит ли их собирать и сколько весит? 2,05. Не знаю. По нулям будет. Мухомор. Ты не боишься, что сюда кто-нибудь забредет? Опа. Что, опять? Я говорил тебе, у нас снаружи стоит караульщик. И про каменную ловушку не забудь. Нету караульщика. Хватит трястись. И ловушку мы прошли. Хорошо, так, значит, что-то я видел зеленое. А, ну да, он одноразовый. Яд одноразового использования, только одну стрелу помечаешь. Ну, понятно. Это если нужно какого-то противника важного завалить, тогда наносишь яд какой-нибудь сильный. Ага, отмычка. Так, эти-то доберем. То, что 1 к 10 идет, ну, не совсем. Ну ладно, возьмем. Если что, в деревню быстренько сбегаем, продадим. Кастрюлька пустая, пусто. У нас тут даже похавать нету. Мухоморы. Там в воде ничего нету. Тут и не глубоко что-то. Что-то как-то и не спрячешь ничего. Эх, водичка холодненькая, прозрачная. Это что за звук?
Как будто кузнец работает. Потрепанный дневник. Они заставляют меня работать внизу уже несколько дней, но дело не в том, что я устал. Меня беспокоит штреки. А, сколько раз я им говорил, надо поставить дополнительный крепеж. Ох, было бы у нас побольше деревянных балок, усиленных бронзой. Если я еще раз услышу подвижки породы над головой, честное слово, пить брошу. И какой из меня норд будет без меда? Это, видать, его тут и завалило. Подвижки породы. Да. Бедолага. Железорудная жила. Что-то она какая-то незаметная вообще. Есть такое. Так, там кузнец какой-то. Выключим свет. А, здесь комнатушка просто такая. Пусто. Мне бы соль найти. Рычаг. Угу. Мастяра. О! Ребята. Бегут, бегут, бегут. Мэн, мазанул я по нему. Ну, слушай, слаженная команда у нас. Отлично. Бассейн, ерунда. Пока что у них ерунда. Ну, таки выбежали. Тишина. Уху. Можно через дырку кошелек забрать. Ясновидение. О, вот то, что я собирался купить. Я его здесь и как раз и нашел. Возьмем. Потише иди, не цепляйся за камни.